мы строим по районам, мы ищем, как оптимизировать систему поиска квартир по городу Саратову, мы не в покое, мы постоянно в движении, поэтому даже если в этом году нам не удастся именно предоставить 600 квартир, это деньги не пропадают. Это увеличение было предложено депутатам Госдумы и однозначно поддержано губернатором. Поэтому они просто как перейдут на следующий год в тех остатках, которые сохранятся именно как неиспользованные, там, допустим, аванс оплатили, а остальное на следующий год. Поэтому программа идет тяжело, но у нас нет никаких опасений, что она будет сорвана и что какие-то возврат денежных средств будет. Нет, этого не произойдет.